Сегодня при поддержке администрации ОМО люди с ограниченными возможностями, в том числе члены общественной организации «Инватурспорт», смогли отправиться на экскурсию в Иркутск. Более 40 ангарчан посетили церкви областного центра. Они смогут пообщаться с батюшкой, узнать все традиции. То есть я считаю, что это очень познавательно. И, во-вторых, это очищение души. Люди, я думаю, приедут оттуда с большим позитивом. Стоит отметить, что эта поездка не последняя в этом году. В дальнейшем для людей с ограниченными возможностями планируется провести еще несколько интересных экскурсий.